Всех приветствую, продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипиях. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала «Всемирная иллюстрация», Санкт-Петербург, 1893 год. «Жестокая Туля». Рельеф из бронзы работы Киролли. Туля была дочерью шестого римского царя Серия Тулия. По преданию, он готовился отказаться от престола и учредить республику в Риме, но был изменнически умерщвлен внуком Тарквиния, женившимся на его дочери Тулии. Эта последняя, въехавшая на колеснице, приветствовала своего супруга, наткнулась на дороге на труп еще не остывший своего отца. Не задумываясь ни одной минуты, она, несмотря на крики толпы, переехала через труп и таким образом открыла царствование Тарквиния, впоследствии названного городом. Улица, в Риме, на которой имело место это событие, сохранила название улицы Жестокой. Рельеф испанского художника Кироля превосходно иллюстрирует это событие. Мы видим молодую Тулию в колеснице, несущейся вскачь. На земле у самых колес лежит труп ее отца. Не обращая внимания на крики толпы, она приказывает повелительным жестом ехать дальше. Нога одной лошади уже коснулась трупа. Еще одна минута, и колесница переедет через труп. Фигура, стоящая на колеснице Тулии, превосходна под дикой и жестокой энергией, выражающейся в повелительном жесте руки, в оживленном злобой беспощадном лице. Не менее хороши и выразительные побочные лица и вдали толпа. При необыкновенном изяществе и отделке Кироль – истинный реалист. В его произведениях всегда встречается сильный драматизм. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания.